333 лицензии на недропользование выдано с начала года в Казахстане. Большая часть на разведку твердых полезных ископаемых, 13 на их добычу. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства. Там озвучили результаты электронного аукциона по разведке. Так, сумма подписного бонуса составила почти 90 миллионов тенге. Именно столько предложили участники за право геологического изучения недр. 12 августа электронные торги пройдут еще по 23 месторождениям. В Минпромышленности напомнили, что строго будут следить за реализацией инвестпроектов. В ведомстве заявили, на сегодня больше 30 лицензий отозваны, расторгнуто 22 контракта на недропользование. Также в мае министерством проведен аукцион по предоставлению права на добычу по месторождению Обуховская в СКО. Министерство продолжает в автоматизацию бизнес-процессов услуг недропользования на единой платформе недропользователей minerals.gov.kz. Проводятся поисковые работы для выявления редкоземельных металлов на 12 участках вблизи моногородов Варкалых, Риддер, Хромтау, Жезказган и Балхаш. Общая площадь территории по завершенным проектам 2023 года составила 166,4 тысяч квадратных километров.